смотри, у нас тут даже радио есть. Можешь выбрать станцию. Ладно бы кого другого, но Соло... Ты говорила, что у него здоровье не очень. Да, но он перевозил гражданских через границу под бомбами. Однажды угнал цистерну у Петрохема, открыл клапаны, вылил пару восьмерок и поджег пустыню, чтобы детишки порадовались. Я вот помню Соло таким. У всех свои кумиры. Ну да, только... На себе! Ты видишь? Это будет буря так буря! Выглядит страшно. Страшно будет, если мы в нее попадем. Надо ускориться. Окей, повторим план на всякий случай. Ты, надо спрятать тачку. Оставь ее около скалы. Все, на выход. Я буду наблюдать за тобой с расстояния. А ты там внизу, береги себя. Ну все, я на позиции. Вижу тебя хорошо. Можно было аккуратнее. Найди Соло и выведи его оттуда быстрее. Ah!
Совсем. Мы тебя вытащим. Ты? Я тебя помню. Ты тот наемник. Крепко тебя избили. Без этой штуки не обойдешься. О, да. Ну чего? Как он? Теперь можем и потанцевать. Жить будет. Пора уже дельтовать отсюда. Я тут в эпицентре веселья. Потянет баллов на 10. Да уж вижу. Убирайтесь оттуда. Я еду за вами. Наконец-то!
Ага. Запрыгивайте назад! Панам, ты что, опять хочешь нас всех подставить? Слушай, ты не охренел? Эти черти хотели узнать, где наш лагерь. Если ты поедешь туда, то приведешь их за собой. Ты давно в окно смотрел? Буря заметет все следы. А кровь она сотрет? Что? Эти твари висят у нас на хвосте. Сука. Надо скинуть хвост. Ну все, хана двигать. Заткнись, Сол. Больше я из него не выжму. Сделай что-нибудь. Приготовься. Альдекальто. Черт, опять они! Пора поиграть в тир! Я съеду с дороги! Будет трясти! Это их задержит! Буря! Нас сейчас накроет! Ищем укрытие! А то я не знаю! Тут рядом заброшенная ферма! Я еду туда! Ну все, хватит! Блядь! Еее! Мы их сделали! Ха! Молодец, хвалю! Даже я не справился бы лучше! Спасибо. Быстро! Мне надо передохнуть. Как раз успели. Придется тут ночевать. Электричество бы пригодилось. Ви, поищи выключатель. Я пока тут посмотрю. Сколько тут всего? Инглсы, похоже, торопились уехать. Видать, хорошее предложение для этих. Ага. Бульдозеры и экскаваторы так и не приехали. Толку-то от этого предложения? Все сделки с корпами кончаются ничем. Давай сейчас не будем.
есть свет. Черт, холодает она. Я пыталась включить подогреватель, но не вышло. Может, посмотришь? Вдруг у тебя выйдет. Вруби там все, если понадобится, а я разожгу эту хрень. Ладно, дай подумать. Спасибо. А то, если сол закоченеет, все наши труды на смарку. Ты это видишь? Срок годности истек еще до прошлой войны, но, надеюсь, оно хотя бы не ядовитое. Нам сегодня прям везет. Везет? Я бы сказал по-другому. Нас ждет проповедь. Проповеди не будет. Но поговорить нам надо. Насчет духов. Этого нельзя было допустить. Они хотели знать все. Хорошо, что они не знают нашу ситуацию. А сейчас... Визг. Не злись, но думаю, что Сол, возможно, прав. Что? Почему? Ладно, я ничего не говорил. Мы иногда ссорились. Немного, как любая семья. Забудем об этом. Что ж, согласна. Если захочешь вернуться, тебя встретят с распростертыми объятиями. Но что-то нужно будет изменить. Нельзя все время лезть на передовую. Ну, начинай. Да уж. Вау, что это было? Да, наверное, лекарство. Хорошо. Что именно? Я редко сплю под крышей, но уже второй раз рядом со мной оказываешься ты. Когда едешь день, потом ночь, снова день, жопа прирастает к креслу. И забываешь, что такое ночлег. И как? Под крышей лучше? Нет, просто по-другому. Можно даже представить, что мы в обычном маленьком мотеле. Очаг есть, бухло есть. Не хватает только зануды на ресепшн. Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает. Мэм, без сапог вам было бы гораздо удобнее. О, я их весь день не снимала. Надеюсь, у тебя насморк. Да ладно. После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности. И что ты имеешь в виду? Есть пара идей. Сама понимаешь, каких. Ви... Слушай, мне и так хорошо. Не будем портить вечер, окей? Прости, пожалуйста. Не знаю, что меня дернуло. Ой, да все нормально. Не переживай ты так. Ладно. Значит, останемся друзьями. Ви, я рада, что ты приехал. Спасибо. Это много для меня значит. Ты слышишь? Нет. Вот. Ветер перестал выть. С Хабубом не знаю, если честно.
Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук, я по ночам вообще не могу уснуть. Просто лежу. От лица персонала мотеля с вам желаю. Нормально спалось? Молодец, Ви. Налет по всем. Даже не спрашивай. В следующий раз поедем в мотель. Если следующий раз будет. А я спала, как ребенок. У тебя на плече очень уютно. Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить. Погоди. Я думал, ты возвращаешься к Альдекальдо. Остаешься в клане. Пойдем. Сол часто несет чушь и любит перестраховываться. Но в одном он прав. Духи и этот набег — это только начало. Нам надо подготовиться. Сол возьмет на себя лагерь, ну а я... Ну а... А я за... Береги. Она в хороших руках. Я знаю. Ну что, ладно. Спасибо тебе еще раз. Давай, удачи. И тебе, Панам. И помни, я у тебя в долгу. Ну все, посмотрели на жопу мира. Пора и обратно к цели.
Продавай бренд рисовой водки Арасаке и местечковая рок-группа Арасаке. Ну вот лично я считаю, что это объявление дало ребятам ровно то, чего им не хватало. Шумиху в прессе. Прошу прощения, мне пора. Мой юрист тебя обнулит нахер, слышишь меня? Попрощайся с бизнесом! Будьте любезны, назовите кон... Эй, эй! Он был Дел, ты че... Вы разговариваете. Сообщите, пожалуйста. 771-11-10-10-96. Номер происшествия. Или ваша личность установлена? Авто покорежено, мое сердце разбито, но это я обсужу с настоящим Деламейном. Ви! Извините, если данная подпрограмма не соответствует вашим ожиданиям. Интересно. Я пребываю в кризисном состоянии. Мы могли бы поговорить в другом месте? А, серьезно? Конечно, давай. Тогда следуйте за дроном. Пожалуйста. О чем мы там говорили? Сведения, которые дала нам Акада, очень пригодились. Кроме того, я и сам кое-что узнал. Надо встретиться. Где на этот раз? На заводе по утилизации отходов? На заброшенной станции моста?
На уличном рынке, в южной части Джапантауна. Он на пешеходном мосту над улицей. Поднимись на лифте. Там легко потеряться. Я сейчас иду туда. Не заставляй меня ждать. Оперативно. Я только прибыл. Это бизнес. Надо быть на связи. Мы тебя ждали. Это ты заказчик? Мне наконец расскажут, что надо делать? Я просто посредник. Ты узнаешь все. Мне нужно ближе. Иди в то. Мне нужен Пласид. Пласид. Где Сидла? До ти пити мама. До ти пити мама. Пласид, где ла? Си у па до крабла вам. Ты Пласид?
Я к вашему главному. Кисауне. Часовне сказали с тобой встретиться. Я от мистера Хэнса. Он сказал, у вас есть работа. Мы здесь. Пойдем. Куда мы идем? Сюда. Вот это Пасифика. Ты знаешь Пасифику? Нет. Вы не то чтобы расстилаете ковровую дорожку для всех желающих. Этот район строился, чтобы пиджаки тратили здесь деньги. Замкнутый круг. Корпораты кормят. Нас интересует ГИМ. Гранд Империал Молл. Самый большой и уродливый храм жадности в Пасифике. Недостроенный. До прошлой недели он... Ну и что сегодня в меню? Увидишь, милый, тебе понравится. Раньше имел дело с животными? Да. Вы хотите, чтобы животные ушли из ГИМа? Поэтому я здесь. Скоро сам все узнаешь. Вообще-то им нет смысла там сидеть. В самом центре Пасифики, без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Угу. Может, вас пытаются обмануть, спровоцировать на глупость? Они оттуда не выходят. Сколько примерно их там? 30, может больше. Венина, нам сюда. Ты сиди. Как насчет Брижит? Потом. Сначала заказ. Что не так? Сначала, блядь, скажи, что ты хочешь сделать. Ты взял заказ. Делай, что я скажу. Так что давай. А то что? Позовешь ли... Последний рывок. Финишная прямая. Не нравится мне все это. Но хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. А чё вы своих в ГИМ не пошлёте? И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман? Это вообще важно? Или ты пытаешься меня запугать? Я тебя проверяю. Надо знать. Этот чип. У него нет... Неважно. Он все равно поврежден. Как? Я пол... Ну, что скажешь?
Я гожусь для работы? Угу. Двадцать тридцать пять. 07. Мы хотим знать... Навороченный фургон. У качков таких не водят. Животные тут ни при чем. Они... Что? Зачем? Через Агве я буду слышать то, что ты слышишь, и видеть... Еще один голос в башке. То, что ри... Следить за мной? Ну ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижит? Да. Сокти в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Мы закончили. Слушаю. Что? Проверяю соединение. Хорошо слышно? Угу. Вроде да.